1-2, 1-2, 1-2. Мы в прямом или не в очень прямом эфире. Не знаю, что-то YouTube не разрешает нам продлевать нашу трансляцию. Только что, буквально пару минут назад, мы провели трансляцию на нашем основном канале Андре34М5. Ливень хлестал вовсю, но сейчас он немножко сдвинулся. Это куда у нас? На запад. Ушел на запад. Вот так вот посерединке покажем, как отлично видно. Справа уже сияет солнышко там за городом. Слева уже в район Ильичевска там уже просвет. И посередине видно, как полоса дождя еще проходит западнее Одессы. Это где-то в районе 7-го километра. Так, сейчас, наверное, 7-й километр там у нас тонет. И стонет. Но стонет он уже давно, с самого начала карантина, поскольку ограничился приток приезжающих клиентов. И стонут они уже давно, третий месяц, а сейчас еще ко всему еще и тонут. Ну, надеюсь, там быстренько пройдет эта полоса. Просто всех освежит, помоет и приведет в опрятный вид. Это у нас будет первый репортаж, первый стрим на новом канале. Дорогие друзья, мы приветствуем всех подписчиков, зрителей. Сегодня 30 мая 2020. Май выдался очень веселый. Ну, наверное, мы его все-таки поставим, веселье это в кавычки, в лапках. Очень холодный, прохладный. Вчера и позавчера еще ливни заливали Одессу, залили, как всегда, улицы, находящиеся внизу. Балковскую, Приморскую, Пересы. Смыло пляж Аркадия вместе с песком и порвавшейся канализацией. Содержимым канализации все это смыло в море. Что там, дама с собачкой? Не вижу. Дама в красном, с белой собачкой. А? Правее, с той стороны. Угу. Это пропуск на прогулку в наше время. Леди in red. Итак, дорогие друзья, послезавтра встречаем лето 2020. Вот такое вот хорошее лето. Будет ли у нас в этом году пляжный сезон? Будем ли мы загорать? Сейчас температура в районе 16-17 градусов. Это вообще. Вечером опускается где-то ниже 10. Очень красивая, контрастная такая погода. Все цвета радуги и плюс оттенки темного, синего, почти темно-черного. И с красивыми светлыми полосами на горизонте. Чистый блестящий асфальт с шикарным покрытием и разметкой. Парковка сити-центра, заполненная, ну, где-то на 1/3 автомобилями. До обеда, ну, даже до где-то 5-6 часов вечера было забито почти полностью. Сейчас уже разъехались. Чистый, умытый город. Красивая зелень, пышная.
заканчивается карантин. Будем надеяться, что вспышка больше не повторится. И мы войдем в лето здоровыми и с надеждами на новые положительные эмоции, летние приключения, отдых. Свежий морской воздух, еще и с озоном после дождя дышится легко, полной грудью. Есть воздух, который я с детства вздохнул и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Что нам там пишут в комментариях? Игорь пишет: батя лучший. Батя the best? Да. Выходные в самом разгаре. Вечер субботы. Завтра воскресенье. А в понедельник мы уже встречаем лето 2020, дорогие друзья. Всем здоровья, всем хорошего отдыха. Наберемся сил. Позагораем. Силы, здоровья. К осени и зиме 2020. Ну что, на почин? Стрим на новом канале. Я думаю, удался. Первый блин не совсем комом. Комом, но не совсем. Красивый пейзаж. Вью из моего окна лучше в Одессе. Все с видом на море, на море. Ну что там на море? А вот здесь у нас, это, кстати, вот там прямо за сити-центром, прямо взлетно-посадочная полоса и старая, и уже и новая, центрального аэропорта Одессы. Так что мы отсюда, дорогие друзья, ну, в лучшие времена, когда еще не было карантина, все самолеты, которые прилетают и улетают в Одессу из Одессы, всех гостей мы здесь видим и встречаем первыми и желаем им отлично провести время в Одессе. Или если люди уезжают, то поскорее вернуться обратно. Одесса мама ждет своих гостей, а всех одесситов, которые выехали куда-то, ждет с быстрым возвращением. Ну, а многих одесситов, которые разъехались и живут уже по всему миру, эмигрировали, им тоже большой привет и наилучшие пожелания. Одессит в душе всегда остается одесситом. Все, до будущих новых встреч, дорогие друзья. Смотрим, подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии.